И всем добрый вечер официально. С вами сегодня вновь Валера и сегодня Razer. Как всем обычно. Привет. Да, и сегодня у нас уже седьмая часть стримов по Tales of Xillia. Мы все ближе и ближе к концовке игры, но еще очень много, короче, нам осталось. И впереди нас ждет много что интересно. В прошлый раз, к сожалению, у нас из-за технических проблем пришлось прикрыть стрим. Надеюсь, сегодня все будет норм, хотя мне кажется, что нет уже. Потому что дропы уже пошли просто так, ради прикола. Ну, я смотрю на картинку, все норм. Потому что она статична. Не совсем статичная. Окей, там двигается какая-то фигня. И... Что ж, продолжим. Загрузим сейв. Не перепутай. Да нет, у меня здесь быстрый сейв, по идее. И вот нам надо пойти на арену, и там будет кое-что интересное. Да, отписывайтесь уж по состоянию звука. Если что, комменты везде читаю, на СК и на чат факторе. Да. Ну, надеюсь, со звуком все будет норм, и... Мы готовы? Да. Полностью. Let's go. Угу. И вот на арене чемпион клана Китарла. Вчера был риск, что турнир не состоится, но организаторы все же решили провести сегодня финал. И чтобы быть, что все по правилам, мы вернули старые правила. Ну теперь все понятно. Подожди. Что за... Что, не увернулась? Это сила невероятна. Это Жин. Я слышу плащ духов. Мы снова опоздали. Нет. Стой, верни. Нет, стой, оставь меня. Дай его сюда, малышка. Нет, стой. Элиз. Что такое, Ли? Кто-то украл Типу. Элиза пошла за ними. Эй, разве бой не должен быть один на один? Алвин! Они не искали тебя, походу. Их цель всегда была Типу. И нас... И снайперов нету даже на крыше. Я не знал, клянусь. Тогда иди и спаси ее. Что? Хочешь испытать меня? Я рассчитываю на тебя. Выключи задний звук, я слышу себя. Что? Как обычно, невезуха. Да, что-то сегодня не очень она нормально идет. Пошли поможем, Мила. Что? Лея? Только она? Эксидос похитили Типу. Элиза и Алвин пошли за ними. Хорошо. Так, ну что ж, пойдем в бой. Ты здесь? Да-да, я тут. Я так посмотрел. Что? За то время, что был сейчас какой-то файт на картинке, ага. Было 9 дропов, все считал. Короче, звук плохо. Звук вроде бы нормальный, но я бы сделал чуть-чуть игру потише. Угу. Я сделал его на 40. Так, ну что ж, бой. Ну короче, все тлен. Все норм пока, нормально идет. Не считая того, что у них здесь происходит, украли Типу.
игрушку, если кто не нет, понял. Нет, в смысле, я про стрим. Нет, стрим пока нормально. Вот сейчас начался файтинг, все, дропов не видно. Нет, дропы есть. Я уже их вижу. Их очень мало, но они есть. Ну, минимум, хотя бы незаметно. На картинке это не сказывается. Ну, главное, чтобы не сказывалось на картинке. И давай, сбивай этих. Кейт Коннор спрашивает, что это за чуваки с электрошоками? Видимо, не были на прошлом стриме. Ой, кто это там? Ну, это какие-то противники, какие-то организации, Exodus называется. И они так плохие, как вы видите. Используют орудие джин, которое нельзя использовать, потому что она уничтожает духов. Скажем так. Так, ну что ж, мы победили, мы молодцы, и идем дальше. И смотри, чтобы я себя не слышал у тебя. А у меня вообще все было выключено, зубное насечение. Ну, смотри, у меня когда, тоже. Когда идет ролик, я выключаю микрофон просто. Нет, просто я слышал реально себе. Ладно. Ну, честно, не клюнул. И предупреждай, когда ролик идет. Уже. Чё? Прекрасно. Клан Китарла выиграл. Я слышу снова себя. Есть идея, куда пошли Алвин и Элиза. Я послал людей, и они найдут их. Пошли поищем, и мы тоже. Подождите, я знаю, что они покинули город, и вы не сможете найти их, потому что место для вас незнакомо. Оставайтесь здесь, мои люди позаботятся о нем. Хорошо, ну окей. Прошло слишком много времени. Ты уверена, что Алвин нас не предаст снова? Как я не смогла уследить за Элизой? Если бы я только была поосторожнее. Лея, это не твоя вина. Но мы нашли их следы. Куда они ведут? Мы были слишком неосторожны и к сожалению, потеряли их. Но мы узнали, что они находятся возле леса, в старом месте. Ну а там достаточно опасно. Спасибо, Юрген. Там очень много опасных монстров, так что будьте осторожны. Так. Ну что ж. Пошли найдем их. Let's go. Наших друзей. Я снова слышал у себя тебя. У меня тебя, тебя, я понял. Может, что-то у меня с наушниками не то. Я тебя сделал потише. Ну. Виноват. Ну, я слышал именно. Причем через пару секунд я слышал одни одновременно. Как бы я как будто стрим слышал. Ну-ка, если я вот так сейчас сделаю. Так что. Это не есть хорошо. Так. По-моему, мне сюда. Все, я понял, в чем проблема, и я ее решил. Че, через скайп все передавалось? Нет, не скайп, слишком громкие наушники, микрофон слишком чувствительный. Так, я походу пошел не туда. Этот самый флот пишет, джин уничтожает духов, иронично. Джины, они ведь духи, исполняющие желания. Нет, это не те джин. Это совсем другое. Это так орудие. Так скажем, это энергия называется. Которая создается, так скажем, этими машинами. Поэтому они называются орудия джин. Но в английской версии их перевели как Спайракс. Почему-то, не знаю.
но я решил использовать оригинал, потому что мы играем в оригинал. Ну, это правильно. Хотя Spyrex тоже неплохо звучит. Дракончик Спайр. Какой Дракончик Спайр? Да ладно, ты не играл Дракончика Спайра? Нет. Ладно, потом это обсудим. Продолжаем стрим. Ну да. Фиолетовый такой дракончик маленький. Ну, я слышал, но я не очень любитель таких игр. У тебя было печальное детство. А? У тебя было печальное детство без дракончика Спайра. У меня в детстве была Sega и Dendy, всё. Потом Кум появился. На них выходило все и Спайра. Но видно, я все-таки не играл. У меня там Mortal Kombat был и все в этом духе. Я не играл в такое. Потом появился ПК и GTA Vice City. Так, на СК пришел человек с ником Олег Гав... Ну, короче, да. Поняли? Ты реально переводишь это с японского? Нет. Как бы да и как бы нет. Я заранее приготовил перевод и все. Лера хитрец. Я не перевожу сейчас в реальном времени, а то это слишком тяжело. Ну, конечно, можно, но... После пару попыток я все-таки решил не делать это. Так, и пошли маленькие дропы. Все, закончились. Нету дропов, кстати. Это, возможно, у тебя. Так. Может быть. Нас смотрит 19 человек на этом. 10 бота, наверное. 10, наверное, бота. И двое на Твиче. Кстати, вот эта вот курица, которая сейчас за тобой бежала, очень напоминает существо из этот Lightning Returns. Ага. Чокобо напоминает. Чокобо, вот. Чокопай, надо от этого запоминать. Ага. Блин, не получилось. Так, ну ладно. Подеремся немножко с этими существами. И к нам пришел Flying Stone. И здорово, Flying Stone. Так. Ола. Я бы их положили. Блин, как же мне нравится геймплей в этой игре. Но во второй части лучше. Как бы, вроде бы там изменения не очень большие, но на самом деле большие. У главного героя три вида оружия. И что-то типа банкая. Нет. Ну да, реально, даже можно назвать банкая. Наверное. Блин, сколько ж хороших игр на PS3. А я все это пропустил. Ну, эту игру ты можешь не поиграть. Она вышла на английском в этом году. И вторая часть выйдет в следующем. Думаю, где-то в конце года. Я заядлый ПК-ер, и мне сложно будет перейти с ПК на консоль. Не сложно. Поверь. Ну, если бы понять управление, потому что поиграв на эмуляторе... Поймешь. ПСП. Так, ладно. Мы приехали, и у нас ролик. Замолкаю. Это место не похоже на то, что мы видели раньше. Следы. Выглядит свежими. А это маленькие. Должна быть это Элиз. Давайте осмотримся, но будьте начеку. Ну что ж, мы пришли походу в локацию, где они, возможно, находятся. И нам надо их найти. Локация достаточно, скажем так, крупная. Средненькая. Просто она отпускается вниз. И нам придется много путешествовать вниз, скажем так, по разным комнатам. Можно по сундукам полазить, пособирать всякое. И к нам пришел Волвераннер. Ну, привет, Вол. Привет. Ладно, не буду каждому писать, чтобы не отвлекать от стрима. Так, извиняюсь. Ой, блин, меня сжигают. Ах ты ж, блин, ненавижу этих уродов. А вот я, кстати, сейчас видел у твоих напарников
Они были какой-то веревкой, что ли, связанные цветной. Это, то есть, кто-то в паре с кем-то. Это линк называется, как бы, когда вот, если заметил, иногда делаю удары, где оба героя делают что-то вместе. Как бы они связаны вместе и делают какой-нибудь сильный удар. Он делается после того, как ты делаешь так сажем. Блин, даже не знаю, как назвать. Ну, удар, который использует ману, ты делаешь его, и если он предполагает комбинацию, то нажимаешь здесь еще одну кнопку и делаешь. Красивые такие. Плюс это, конечно, помогает. Когда пополняется здоровье, полоска слева, овердрайва, то тогда можно вытворять вообще комбинированные комбо-удары, скажем так. А комбашки длиной там у нескольких этих? Ну да, насколько... у тебя там рассчитан. Вот заранее ты вставляешь пресеты, скажем так. Так, мне надо как-то спуститься вниз, но как? Вот это хороший вопрос. Так, а персонажи переодевать здесь, я так понимаю, можно, но... Можно, но за деньги, реальные. Как бы есть дополнительные костюмы, но их мало. И как бы остальные продаются за бабло. Вот здесь у меня у главного героя есть пару костюмчиков, но они все не очень, только это. Ну да, я и так понимаю, стандартный, потому что я видел костюм ученика. Только последний хороший. Вот у Милы здесь у нее более интересные костюмчики. Вот ну, этот такой в стиле типа, ну, пляжный костюмчик, конечно. Костюм горничной. Что, пляжный? Да. Подожди, сейчас на полный экран делаю. Из Tales of Destiny, по-моему, этот. Или что-то потом. Вот костюм из Idolmaster 2, вот он мне нравится. Потому что мне нравится и сама игра. Да, и, блин, костюм мазохистки, наверное, или что-то подобное. Вот костюм кролика, нет, даже не знаю, как назвать. Ну, короче, очень красивый белый костюмчик, я думаю. Костюм Санта-Клауса, который смотрится на нее реально круто. И не знаю, что это. И костюм из Tales of Graces F. Так, ну, я думаю, я возьму костюм из Tales of... из Idolmaster'а пока что. Так, дедушки. У дедушки у меня ничего, кроме другой расцветки. А вот у Леи тоже есть небольшие костюмчики. Так. Ну ладно, я так думаю, можно на этом сильно не заседать. Ну, на мужиках, в смысле. Давай, ну, так, вот, костюм горничный, у Леи ничего, так. Это не знаю, чей костюм, но... Вот из Idolmaster'а у нее тоже ничего, костюмчик. Так, другая раскраска, так, костюм школьница, костюм Санта-Клауса и спортивный какой-то. Но лучше всего смотрится на нее, конечно, мне нравится этот из Idolmaster'а. А вот мне, кстати, понравился костюмчик Санта-Клауса. Потому что на ногах вот эти вот штуки неплохо выглядят. Ну тогда давай возьмем его, Новый год все-таки приближается. А, точно, всем Merry Christmas. Да. И, конечно, можно ведущего героя поменять, лидера, точнее, если вот, хотим. Кстати, ведущим героя я как раз хотел спросить. Можно выбрать любого, я сейчас Милу взял, например. Да, костюм я все-таки просто... из Idolmaster'а, он на нее смотрится реально прекрасно. Но только есть одна особенность, этот костюм можно достать только в японской версии. На английскую версию он не вышел, по-моему. И не выйдет. Странно, я видел просто видос, как стрим твой начинался вообще с самой первой части, она была прям в этом же костюме. Ну да, потому что я прошел игру в прошлый раз, и я использовал сейв. Вопрос. Опа, избиваем. Давай, Мила, кулаками, молодцы. Опа. Ай. Давай. И даже музыка во время боя изменилась, как в Idolmaster'е. Это круто. Ты здесь? Чё молчишь? Да, я здесь, просто я слегка удивлен одной просьбе Флода. Какой? Давай потом. Да ладно. Он просит меня не акнуть. Это вы уже сами в скайпе там договоритесь. Что? Я тоже слегка удивлен, ну да ладно. Я, знаешь... У нас что-то не... Это уже не туда вы пошли. Ну да, это больше к я. О,
А, ты же сволочь. Теперь Кит Коннор спросит. Что? То же самое. Ой, да. Плохо. Да. Видимо, я был не лучшим вариантом. Да нет. Помимо другого. А, ну, кстати, нас смотрит 31 человек на Тибере, и у меня почему-то повис Твич, так что я его выключаю. Ну, Твич, он такой, вот смотри, я же уже говорил, что я на Твиче вообще ни один стрим не могу смотреть, не знаю, у меня все зависают или вообще нереально их смотреть. Так, ну, посмотри на СК, там ничего не пишут? СК я поглядываю так. И теперь просит сосалки с этого, с СКТВ не окнуть. Я промолчу. Я скажу тебе одно. Сосалка — это флот. А-а-а. По-моему, все это знают уже давно. Ну, я как бы тот самый слышал один раз, но я не запомнил, кого он там. Какой у него другой ник. Кстати, что там с дропами? Вроде бы все дропами. Норм. Кто-то пишет, что лаги вы не вовремя, но у меня все норм. Ну, я смотрю, походу их нет. Там появились от силы 20 дропов, но непонятно почему. Вот непонятно, почему с Сайбером такие глюки. На Ютубе мне всегда все норм. Ой, я уже бил воздух. Давай! У меня все норм, ты не знаю. Так, ну, я получаю очки прокачки, но у меня уровень 50. Прокачку надо будет немножко прокачаться, я думаю, до 70-го левела, там ближе к финальному боссу. Но... Финальный босс прям заставляет, по-моему, ломать. Да, но есть такой прикол, вот к этой игре продают официальные читы, скажем так. А, ну да, ты рассказывал в прошлый раз. Да, и вот здесь у меня есть чит, который поднимает вот 1 на 10 уровень и еще 1 на 10 уровень. И там еще 30, но это уже что другое, что я сам не знаю что. Но мы не будем это использовать, не. Ты что, издеваешься? А, что, уже начинаем? Я за что это купил? Почему это купил? Нет. Вот я не някнул. Все, я больше не буду писать эти темы. Что? Будешь? Алло. О, вот, походу интернет начинает рушиться. Сейчас посмотрим. Да, у меня интернет упал. Сейчас уже все норм. Хватит. Ну, звук у тебя норм. Я не вижу никаких дропов. То есть звук у тебя слегка так подлагивает в скайпе, а вот картинка идет отлично. В смысле? А? Ну, это после того, как упал интернет. Я тебя слышу, главное, нормально, и стрим все норм. Все остальное не важно. Главное, чтобы стрим нормально был. И вот слегка пошли. Да, все. Я, пожалуй, свой интернет проверю. Ну, сейчас 640 с начала стрима. Да, вот. Так. Что там мы их не находим? Где же они валяются? А здесь они каждый раз меняются? Рандом? Да не, я просто не помню, в каком месте. Я думаю, по-моему, где-то внизу. Ну, знаешь, я так давно в ней играл, реально, в эту игру нормально, что мне нравится избивать врагов. Кстати, здесь геймплей хороший. Ну да. Но боев слишком много. Ты еще ничего не видел и уже говоришь, что это слишком много? Ну, мне хватило двух стримов, чтобы понять, что стоит сделать 3 шага и на тебя нападают. Ну, я тебе скажу следующее. Старые же RPG-шки на PlayStation 2, там есть игры, в которые там ты ходишь 2 шага, и на тебя снова нападает кто-то. 2 шага, и снова кто-то. Да, и так всю большую локацию. Тот же покемон, который на 3DS, там сделаешь всего 2 шага, и на тебя нападают. Ну, просто это и есть принцип уже RPG. Потому что покемон тоже же RPG. Ну да. Если кто-то не знал. Я вообще JRPG ни разу так не играл, только. Ну и вот финалка 8-я, именно. Рекомендую всем. Без исключения. Она моя первая JRPG, которую я прошел, и после нее я начал играть в JRPG.
И кто знал, что этот жанр станет моим любимым? Ты здесь? Да-да, я здесь. Просто я комменты пытаюсь посмотреть в этом на экран. У меня он слегка вверх-вниз не двигается. Ну, все, теперь норм. Нет, там на СК ничего не пишут. А в Factory такого ничего нет. Что? Такого ничего нет? В смысле? Ну, ты сам понимаешь, что там напишут. Ну, там, походу... Одни просьбы. Да, тебя ищут. Вот-вот-вот-вот. А, я знаю, как решить эту проблему. Уважаемые зрители, если вы хотите услышать мое мякание, тогда посмотрите мои стримы по последним Medieval с Реалменом. Все, я выкрутился. Да, все. И рекламу так не впалим. Да-да-да. Так что все, норм. Так. Так, поменяю костюмчик Милли. Так. Окей. Возьму этот белый. Блин, а он няшный. Ой, блин. Нифига, у нее трясется. А, точно, я же забыл даже. Но во второй части есть интересные особенности. Почему-то у нее грудь выросла. Ну да. Хотя. Не, во второй части, я говорю. А, в этом смысле. Я думал, за костюмчиком. Не-не, во второй части, во второй игре у нее реально что-то я заметил. Причем заметил это только недавно, случайно. Может, тебе скайп слегка прикрыть? Да, уже поздно. Потом прикрой. О, а вот и они. Так что мы приближаемся и поехали. Посмотрим, что там с ним. Так, ну, видимо, все... Алвин, вставай! Да. Банда в сборе. Я уже подумал, что мне придется со всеми разобраться одному. Я излечу тебя. Элизе. А мне что делать? Что случилось? Вроде бы ты не ранена. Я рада, что типа тоже в порядке. Я рада, что с тобой все хорошо. Эй, поиграем? Но сначала дай мне имя. Эй, поиграем? Но сначала дай мне имя. Что случилось? Эй, поиграем? Но сначала дай мне имя. Один из агентов Exodus что-то вытащил из типа, и после этого он начал повторять одну и ту же фразу. Значит, в конце концов, он всего лишь машина. Игрушка. Игрушка? Да, игрушка, что могла двигаться и говорить сама. Он не был игрушкой. Он был моим другом. Алвин, что случилось с агентами Exodus? Я убил одного, остальные убежали. Алвин, прекрасная работа. А что с Типо? Ну, надеемся, что он когда-нибудь станет нормальным, но что-нибудь придумаем. Куда убежали агенты Exodus? Когда убежали? Давненько уже. Ну, значит, они уже давно ушли очень далеко от нас. Эй, вы послушайте. Так, что-то я потерялся. Так. Короче, агентов Exodus, к сожалению,
мы уже не сможем найти. И с Типо что-то случилось. И сейчас мы решили вернуться в город и обсудить все в нормальной обстановке. Короче, все тлен. А, все. Да, ну тогда и все под нормально. Если все тлен, все. Стоп. Просто я потерялся в одном месте и что-то я не понял. Да нормально, суть ловили мы. Так, ну конечно, игрушку жалко. Надеюсь, там дальше все будет нормально. Да уж. Бедный Типо. Ну, у него вытащили, походу, жесткий диск. Душу. Нет, душа есть, жесткий диск нет. Память. И раз они охотились, точнее, их цель была это, то интересно, зачем? Эй, я хочу взять эту фигню. Флот пишет, игрушка не Лоли, приласкаешь и слова не скажет. Что? Я не понял. Кстати. Ну, он просто до этого там про Лоли говорил, то что... А-а-а. Так что это там наверху. Кстати, насчет Лоли. Давайте ее тоже переоденем, что ли? И дайте я отрублю скайп. Да. Он реально бесит. Но у нее тоже много костюмов. Вот школьницы, скажем так. Ну, пляжный. Она просто милашка из этого. И Идолмастер. Ну, костюм из Идолмастера лучше всего. Остальные как-то не очень. Новогодний костюм и еще какой-то странный костюм. Который не знаю. Но да, возьмем вот этот, я думаю. Но ей, мне кажется, больше шло платьице, которое на ней. Хотя вот новогодний тоже ничего. И вот косички. Здесь и причесон можно еще менять. Тоже один плюсик. А это я сменю костюм на Идолмастер. Вот так, молодца. Все, поехали. Школьница в косичках, окей. Че, все норм? У кого-то претензии? Не думаю. Нет. Вот именно. Так, теперь нам надо как-то выбраться отсюда. Ну, точнее, как. Как зашли, так и уйдем. О, блин, там книга. Это редкий моб, с которого можно вынести очень много экспы. LB Runner пишет. О, корейцы. Бегать на шпильках 10-сантиметровых по каким-то шахтам. Ого-го. Ай. Ой, блин, Мила умерла. Так. Мила, однако. Зелье воскрешения. Кстати, мне надо запас зелий пополнить. Блин, восстановите ей кто-нибудь ей здоровье. Конец. Это я занят. Так. Давай, Мила. Восстановление полностью. Молодца. Пали всех. Ну, у эта книга, скажем, этот враг достаточно стойкий. Но зато экспы хорошо можно получить. Правда, во второй части тоже есть эта книга, но уже там не приносит столько экспы. Ее поменяли, но там вот другие правила, скажем так. Так, мне нужно полечить Милу быстро. Сюда. Опа. 2000 экспы, прекрасно. А сколько по стандарту вы падает из других? Ну, на данном уровне где-то в районе 200-400 максимум, наверное. А, ну тогда да, ощутимая разница. Вот именно. И, кстати, о разнице. Флот пишет, честно, что-то я не ощутил разницу между Tox и FF. Что? Ну, он не ощутил разницу между Tales of Xillia и Final Fantasy. Разный геймплей, во-первых. Очень разный. А, ну кстати, да, я так. Здесь смотрю. Подгружается битва, и там уже свободно все. Нажимаешь кнопки, комбинируешь как угодно. А Final Fantasy там была вообще по-разному. И как, смотря какую взять за основу. Если взять Lightning Returns последняя, то она больше стала похожа вот на это, но, блин, я бы сказал, она больше стала похожа на слэшер уже. Ого. Ну я в смысле, здесь я просто на картинке, у меня уже это сам, я забыл, как девушку зовут. Какую? Ну вот, за которую ты сейчас играешь. Мила? Мила, да. Как она поднималась по скале.
А в многих играх просто там берут и прыгают, делают, чтобы они высоко прыгали персонажи. Угу. Так, что-то я, походу, пошел не в ту сторону. Флот пишет: я как человек несмыслящий в JRPG не вижу разницы, визуальной разницы. Ну, ты не видишь. Но разница есть. Окей, у нас ролик. Элиз! Элиз, назад! Эй, песики, вы куда пошли? Извините, что и мои псы вас напугали. Мне просто пришлось натравить их на пару браконьеров. Джао! Почему вы здесь? Вижу, что ты наконец-то вернулась, дитя. Ты ведь помнишь, да? Элиз, о чем это он? Это лаборатория, где она выросла. Ну, эта лаборатория давно уже заброшена, с тех пор, как пришел нарушитель какой-то. Это был ты, Алвин? Женская интуиция, что ли? Да, я изучал амплификатор, что создают здесь. Что? Значит, это был ты? Что это за амплификатор? Машина, создана Аджулом для увеличения маны и использования в некоторых битвах. У Элизы сейчас одна из них, типа. Похоже, что это игрушка-амплификатор третьего уровня. Так ты просто машина, типа. Ты назвала меня типа? Рад знакомству. Амплификатор читает мысли владельца и говорит их вслух. Так значит, все это время типа говорил то, что думала Элис? Это неправда! Типа сам говорил. Это были его мысли. Типа, может быть, ты всего лишь машина, но ты все еще мой друг, да? Нет, я просто машина, Элис. Нет, ты мой друг. Нет, ты ошибаешься. Я всего лишь устройство, что читает твои мысли. Элизе, мне жаль. Элиз. Скажи нам, здоровяк, где мама и папа Элизы? Их... Они больше не с нами. Что? Когда тебе было лишь 4 года, твои родители были атакованы и убиты. Я больше их никогда не увижу. Ни маму, ни папу, ни даже типу. Я знаю, как тебе тяжело. У тебя все еще... Как будто ты можешь понять, как мне тяжело. Да, как будто ты можешь понять, как у нее на душе все. Элиза, стой! Блин, снова они! Подожди, почему Элиза была в этом лаборатории? Ну, ее сюда привезли. Точнее, продали. Была женщина, что находилась недалеко, и она привозила сюда девочек и продавала. Как же ее звали? Неужели это была Исла? Да, точно, Исла. Похититель детей, можно так сказать. Я не вправе говорить это вам, но, пожалуйста, никогда не оставляйте этого ребенка в одиночестве. Так, ну...
На меня напали мобы после битвы. Точнее, нам просто их надо догнать сейчас, Элиза и... Ты здесь? Да, я, мне просто очень печально за девочку. Хоть я не очень люблю, но жалко. Она потеряла родителей, и единственным для нее замещением... Потом ее взяли и продали на эксперименты. Ну да. Единственное, вот утро до потихой для нее была эта игрушка, которую она считала другом. Ага, и теперь даже ее нету. Да. Это серьезно для детской психики. Видишь, и травма большая. Ну, ей сейчас тяжело, и игра нам это показывает в полной мере. Да, это только начало. Так. Костюмчики школьницы с косичками. Да. Ну что ж, ладно. Мы уже приближаемся и смотрим. Лея, как она, в порядке? Ну, думаю, она в порядке. Ну, насколько это возможно сказать. Ну, короче, все. Достаточно. Все быстро закончилось. Так, ну, теперь нам надо вернуться в город, так что... Так что можешь почитать, если кто-то что-то пишет. Так. Хотя есть вот. Стрэдджи пришел. Привет. Передает привет. Привет и тебе. Добро пожаловать. И все? Нет, амплификатор делается по индивидуальному заказу. Это, наверное, про игрушку ведь, да? Нет, не по заказу. Они просто их делали для того, чтобы у людей, где, у которых недостаточно маны, смогли бы создать, как бы использовать более сильные магические заклинания. И этих начали только экспериментировать. И что дальше случилось, там по заказу потом или нет, уже неизвестно. Но вот типа была один из этих амплификаторов, это и объясняет, почему вот такая юная девочка может колдовать такой сильной магией. Ну, во время битвы это достаточно заметно. Потому что, вот, например, та же Мила, ей вообще, если больше 200 лет, она переродилась просто лет 20 назад в это тело, скажем так. Но Мила-то все знают уже, что она дух вообще-то, а не человек. И ее задача как бы в этом мире оберегать духов и людей от проблем и все в этом духе, от апокалипсиса. Но, как мы видим, люди все-таки решили что создавать. Многие джинны оружие, например, которое убивает духов. И, точнее, поглощает их для... Переработки энергии. Да. Ну и, короче, все тлен. Также у них есть пушка, которая... Копье Крешника. Которое именно вот в данный момент... Это главная задача нашей героини. Найти ее и уничтожить. Потому что это слишком большая сила, во-первых. Которая может уничтожить весь мир. И духов, и людей, и всех. И ее цель это, если... Это так, напоминание из предыдущих частей. Привет, интенсов к себе. И мы почти пришли, по-моему, в город, да. Флот пишет, что все мы няши. ХЗ почему? Не знаю. Я тоже. Мне это пугает. Главная героиня няша. Так, окей, ролик. Джуд, что-то тебя тревожит? Ты сам не свой после разговора с Джао. Я слышала насчет тех парней, я волновалась. Ну, было тяжело, но мы справились. Мне очень жаль, что вам пришлось пройти через это. Исла,
Можешь больше не прятаться? Ты о чем? Я действительно волновалась. Зачем мне врать? Джуд, ты это о чем вообще? Я о том, что это не совпадение, что мы встретились с Ислой. Помните, что она говорила, когда мы только пришли? И помните, что говорили местные, когда идет турнир, все приезжие — это зрители и участники. Точно, я вспомнила, что она говорила, когда пришла нам на помощь. Вы не кажете местными. Зачем вы здесь? Здесь этого никто не спрашивает, потому что все знают, что все приходят во время турнира. И у тебя был приказ от Эксидоса сблизиться с нами, да? Если это неправда ведь, да? Они сказали, что вы не узнаете об этом. Они ошибались. Но у меня не было выбора. Они тебя шантажировали, да? Они знали твой секрет. Твое бывшее место работы? Они сказали, что подумал бы Юрген, если бы знал об этом. То, что случилось с девушками. Но у меня не было тогда выбора. Пожалуйста, не говорите Юргену. Он не в курсе? Как я могу сказать это ему? Он ведь такой хороший человек. Но это все же неправильно так жить. Ты же женщина, как же ты не можешь этого понять? Я по уши в дерьме. Если он узнает о прошлом, то он бросит меня. Я наконец-то нашла своего любимого, и не хочу я просто так потерять. Пожалуйста, не говорите ему. Наверное, я не понимаю любовь между людьми. Много правил, много совпадений. Что нам делать, Элизе? Тебе решать. Почему я должна решать? Это ты больше всего настрадалась из-за этой женщины. Сейчас я это не могу уже исправить. Простите, пожалуйста. Мне уже все равно. Элизия одна сейчас, не важно, что вы сделаете. Ну, ладно, думаю, нам надо найти Юргена и поговорить с ним насчет Вивиан. Что такое? Исла сказала, что не может ничем помочь Лизе, чтобы исправить все это. Но она хотя бы пробовала, действительно ли она ничего не могла сделать. Ну, я думаю, только Исла может ответить на этот вопрос. Фу, да уж, я упоролся там один момент случайно. Да, нормально. Могло бы быть и хуже. И механик спрашивает, давно ли ты играешь в JRPG? С 2005 года, когда я уже говорил. В 2005 году я... Ну, так как он в нашей стране, там лицензии не было, только пиратские. И у нас был прокат компьютерных видеоигр. Я вот помню, что взял какой-то диск с красивой обложкой, и тогда там ощутился Final Fantasy 7 и 8. Я включил восьмую финалку сразу. Диск был двухсторонний, если ты знаешь, так какие диски, кстати. Ну да. И я вставил как раз сторону с восьмой части, установил и начал ее проходить. И так как я до этого только GTA, Need for Speed и Midnight Club играл, еще и Hitman, то эта игра, конечно, открыла мне, скажем так, мир заново. После этого игры я понял, что игры — это не просто тупые развлечения, а оказывается еще драматически интересные сюжеты. Скажем так.
Так, да, во многих играх это не этого не хватает. Так, и что самое обидное, что многие эти игры как раз делают на консоли, но... а ПК остается не у дел. Извини, перебиваю тебя. Ну да, я просто хотел подчеркнуть, что ты прав, к сожалению. Именно из-за этого я покупил консоль. Именно за это сейчас хочу купить консоль я. Че тоже порыдать, ну, в кавычках порыдать и насладиться сюжетом. Да, блин, не обязательно порыдать, никакие игры, реально сюжет забавный, но в конце все-таки многие игры не оставляют тебя равнодушным, реально, тебе тяжело расстаться с этим миром, с этими персонажами. Так, ладно, у нас ролик. Никаких следов Йоргена. Надеюсь, с Элизой все в порядке. Есть кое-что, что меня тревожит насчет тех амплификаторов. Помните эксперимент Нахтигала в форте Гандала? И то, что он делал там тест с амплификатором. Хочешь сказать, что у Лашрага есть технология амплификаторов? Ну, это будет логично. Это ужасно. Другие дети, как и Лизи, будут сильнее с амплификаторами. Если у обоих сторон будет амплификаторов, то это будет катастрофа. Ты действительно думаешь, что есть... риск начала такой войны? Нахтигал может. Он уверен, что победит. С момента, как у него появилось копье Крешника. А, вот вы где. Исла мне сказала, что вы уже в городе. Я рад, что с вами все в порядке. Спасибо. Обещанная виверна. Они готовы? Да, но есть проблема. Сейчас, когда мы на пороге войны, мы не можем использовать виверн без разрешения короля. Для этого надо бы пойти в столицу в столицу Карбулан. Зато это, кстати, шанс, чтобы рассказать королю Аджул, что может случиться. Так, эй, мы же тут о войне говорим. Я тоже хочу поговорить с королем глаз на глаз, но у меня другие мотивы. Хочу знать правду о лаборатории. Мы должны встретиться с королем Аджулом. Да, хорошо. Тогда я приготовлю все. Так, Джо-сан сказал, что Элиза была там не одна. Так, если король любит свой народ, тогда он даст мне ответ на мои вопросы. Если он ответит, если он не ответит, то я использую силу. Хорошо, пошли. Перекинемся пару слов с королем. Ой, я только что вспомнил, что багаж у нас в отеле. Пошли за ним тогда. Ну, увидимся тогда. Алвин. Ты себя хорошо вел. Я знал, что могу рассчитывать на тебя. Я рад, что сдержал обещание. Верь мне, Святой Дух. Да, с ним не соскучишься. Ну, пошли,
Мне тоже надо готовиться. А? Мне надо вернуть 4 великих духов. Ты уверена, что использовать 4 великих хорошие одни? Они же сейчас в плену. Возможно, они не выживут и потеряют свою форму. Я думал, 4 великих невозможно убить, они бессмертны. В конце концов, на их месте придут другие духи. Но они будут другими. Хочешь сказать, что 4 великих, что были с тобой, исчезнут, и на их место придут другие? Но их воспоминания не важны. Главное, это сила. Но не думай, что они меня простят. Мила, ты переживаешь за своих духов? Не только о 4, но и о меньших. Не только за духов, я и за людей переживаю. Людей, духов. Они равны для меня. Ну что ж, пошли в Канбала. Блин, да уж. Название городов здесь, конечно, убивает твой язык. Ну, это такое название игр. Не, просто в японской, в японской версии название городов одно, а в английской другое. Кстати. Механик спрашивает, ты в Metal Gear упарываешься? Конечно, точнее, я упоролся, когда было время. Ну, он мне нравится. Очень. И в основе мне он нравится из-за своего сюжета. А не, как бы мне не важен геймплей в Metal Gear, а, как я уже говорил, а именно сюжет. Но Rising, скажем так, мне понравился насчет геймплея, но это уже не Metal Gear Solid, это уже что-то другое. Вот именно. Ну это так, можно сказать, не спин-офф, а... Ладно, ну да, это спин-офф. Ну да, спин-офф. Я слегка понял, я понял, что я зафейлил слово, чтобы показаться умным, но да ладно. Да. Так, и также Ул1113 спрашивает, Валера, ты переводишь эти каракули? Нет, он переводит эти каракули до стрима, за да. несколько дней до них, а читает по блокнотику, в который все записывает. Угу. Ну, по идее, как бы я их перевожу, но заранее просто... Все-таки настолько идеально я переводить не могу. Есть много слов, которых я не знаю. Ну, слова в помощь, как говорится. Поэтому я заранее сделал все и... Но, знаешь, возможно, я впоследствии... Можно использовать английскую версию, но там много несостыковок. То же самое с названием города и все в этом духе. И... теряешься. Скажем так. Ты здесь? Да-да-да, я здесь. Я, чтобы тебя не отвлекать, мысль нельзя вбивать. Да нет, ты меня не отвлекаешь, давай. Ой. Механик удивлен тому, что ты переводишь эти каракули, и я забыл тебе, кстати, три секунды назад сказать, что пошли по ходу дропы. Ты что, издеваешься? Три секунды назад. А, я вижу, 2000 дропов. Что? Окей, я ненавижу этот канал. Не, ну реально, надо что-то с этим делать. Надо с Твичом, может быть, реально. Что думаешь? Фиг его знает, я Твич пока отключил, сейчас глянем, что на нем нет, происходит. Нет, да не сейчас. А, ну в смысле, ты можешь сделать его основным каналом? Да, потому что вот на Сайбере невозможно стримить. За этих дропов. Не, ну я не могу, как видишь. У меня на Ютубе... дропов 0. А здесь. Ай, если бы YouTube не банил CGI ролики из этой игры. Ну вот сейчас вот файтинг прекратился, вроде бы нормально пошло. А нужно везде, чтобы было нормально.
Так, народ, отпишитесь. А, ну у тебя были дропы в этом, значит, все нормально. Ну, то есть не все нормально, но. Драконы здесь теперь крутые. Так. И мы уже стримим час, и знаешь, что я тут подумал? Перерывчик. Да, давайте сделаем маленький перерывчик. Я пойду воды выпью, а то я у меня высохло все в горле. Поддерживаю насчет воды. Да. И как бы тогда быстрый 5-минутный перерыв, после чего мы продолжим игру. И думаю, еще часик сегодня постримим. Ну, в зависимости, как пойдет. От интернета. Да. И вот. Так что всем отдыхаем. И я сейчас быстро отрублю стрим, и потом его включу снова, и все будет. Так что он упадет на секунду. Не расходитесь. Да, не расходитесь. Мы скоро продолжим. Через 5 минут. Все, давайте.